Вы не считаете себя постмодернистским режиссером? Нет. Для меня это соединение там эстрады, например, да, и классического материала, и эстрадной песни, или соединение разных текстов, разных материалов в одном произведении, это не является сложением разнородных элементов. Ваши посты в Фейсбуке. Все-таки есть такое ощущение, лично у меня, я вас читаю постоянно, что от вас все время, говоря журналистским языком, идет такой информационный слив. То есть вот еще не запретили, но уже такое. Скоро запретят. Ну, иногда. Но вы осознаете, зачем вас Марк Анатольевич позвал в Ленком? Большинство ваших зрителей придут в Ленком на ваш спектакль, ну, вот впервые со времен Юнона и Авось. Там. Ну, maybe. Я думаю, что часть зрителей в МХАТ пришла впервые в какой-то момент. Ну, в итоге все-таки с Табаковым и с МХАТом вы расстались. То есть, может быть, это наоборот навредило? Ну, я буду в следующем сезоне делать работу в МХАТе. Какую? Не скажу. Большую. Очень большое. По классике? Да.